Привет, воронежцы! Как обычно, я узнавала последние новости у своего друга-метеоролога. Но он, к сожалению, был недоступен, так что я решила выдумать все сама. Ну что ж, давайте посмотрим, что у меня получилось. В субботу почти весь день будет стоять пасмурная погода, лишь к вечеру небо прояснится. Днем столбик термометра покажет плюс 13 градусов, ночью плюс 11. В воскресенье облачная погода продержится до самого вечера и пройдет дождь. Днем столбик термометра покажет плюс 15 градусов, ночью плюс 8. Ищите сотрудников в свой штат? Начните поиск с сайта «Блокнот Воронеж». Размещайте свои объявления в разделе «Работа». Его увидят тысячи жителей нашего города на сайте и в Телеграм. Условия размещения можно уточнить у нашего менеджера прямо сейчас. Телефон в описании.